вами Комета Галактики. Теперь и вы доказали наш шулики мир. Сегодня мы снимаем историю про килограмму. Ну что ж, давайте начнем. Как-то пони запросили Лололупси и Грозди. Все пришли, и Комета Галактики тоже шла. И она шла возле магазина и решила чего-нибудь сладенького купить. И она сказала: я же иду в гости, а девочки не ходят в гости с пустыми руками. Пойду в магазин, что-то там куплю сладенького, дома теж приготовлю что-то сюрприз. Вот я у вас в магазине и что-то выберу. Так, что же у нас есть? Книги не надо, духи не надо, карандаши не надо, там шампуни не надо. Это мне тоже не надо. Что это? Это интересненькое что-то. Пойду потом спрошу кассира, что это. Возьму. И вот этот кексик возьму. Твайлайт Спаркл говорила, что очень его любит. Сейчас пойду и расплачусь за покупки. Кассирша, скажите, пожалуйста, что это за необыкновенная водичка? Це не водичка, це жвачки, а они в бутылочке, чтобы было будто это какая-то мини-фанта. Да, вместе стоят они в скидке, 1 рубль. Хорошо. Упаковать или нет? Упаковать, хорошо. Упаковать. Буду ждать такси, потому что у меня такая корзина тяжелая. Я сама пешком не поруюсь, потому что она такая тяжелая и большая. Когда же придет Комета Галактики? Все девочки пришли, кроме одной Кометы Галактики. Все, я уже пришла. Сейчас позвоню Пей. Тынь-тынь, тынь-тынь. Ой, это, кажется, Комета Галактики пришла. О, привет, Комета Галактики, я так тебя ждала. Да, я так долго шла, потому что такая корзина была тяжелая. У меня аж для тебя 4 подарка. В каком смысле? Ну, потом покажу. Девочки, Комета Галактики все-таки пришла. Ура! Ой, вот. Я присылала вам аж 4 подарка. Во, я принесла вам аж 4 подарка. Во, какие это. 2 съедобных, 2 несъедобных. Ну, фантастические. Во. Показывай там свои подарки. Пожалуйста, я так хочу посмотреть. Первый подарок. Это там водичку. Первый подарок. Это вот такие вот вам жвачки для всех. Со вкусом апельсина. Кассирша сказала, что это не питье. Она просто в такую вот бутылочку запакована. Вау! Я так хочу попробовать эти жвачки. Но потом, когда будем болтать. А сейчас я, конечно, хочу показать, что очень Твайлайт любит. Точнее, цветочек. Его зовут. Это такой кексик, который ты любишь, Твайлайт. Я так люблю его. Ну, съем его потом, когда она все подарки покажет. Поизменили мы тоже. Ничего такого страшного. Ну, Даша. Даша, это необыкновенный подарок. Вау, ты это такой бриллиант чудовый. Вот такой по цвету. А где он? А где ты его купил? Он ведь очень дорогой. Ну, вообще-то, я космическая девочка, и это с моей планеты. Вау, какая красивая. Так, теперь самое лучшее. Что вы хотите увидеть? А что? Та-дам! Эй, это вообще-то что-то
ты сказал, что последний подарок необыкновенный. Но, по-моему, это какая-то пленка. Это не пленка, это призма, в которую можно увидеть картинки. А что огонь? Огонь? Ай, я боюсь огня! А сейчас я вам покажу, хочу показать волшебство этой призмы. Вы это волшебство можете сделать дома. Но для этого вам понадобится такая призма. Вы можете сделать из какого-то твердого пластика. И чтоб особенно было дырка. Телефон наберите картинки, и ваше волшебство откроется. Ой, почему так темно стало? Камень Галактики, что здесь случилось? Я выключила свет. А почему это ты выключила свет? Чтоб вам показать это волшебство, надо выключить свет. А, ну ясно. Сейчас вы увидите его. Давайте. Бабочка! Я такого чуда не видела. Бабочка у меня в доме. Вау. А это кто? Ура! Я так взяла, чтобы увидеть радужную Калибри. И моя мечта смывалась. Хорошо, я буду дальше. Я тоже не видела Калибри. Я радужный. А я вижу жу огромную рыбу сплющенную. Да, я тоже вижу, знаете. Такая толстая, то есть сплющенная. А я, другая рембудаш, вижу медузу, которая плавает. О, а теперь я бачу акулу. А, я боюсь акулу. Знаете, это просто картинка. Ого. Мне скучно, я хочу это протрогать. Эй, я даже ее застращать не могу. На мелкие кусочки. В чем и заключается магия, ее нельзя потрогать. Давай, чтобы лучше картинку видеть в моем роде, вырезали. Я тест попробую. Ого, какая-то разноцветная. Ой, это что за медуза? Она такая толстая, розовая, толстая, как парик какой-то. Я таких медузов раньше не видела. Я таких даже в книжках не видела. Это волшебство. Золотая рыбка, надо заказать ты желание. Рыбка, ты меня слышишь? Она в телеграмме. В моем телеграмме. Земля, наша земля. И я так мечтала потрогать землю. А, почему я ее не могу потрогать? Потому что это картинка, и я же говорила, ее нельзя потрогать. Это... Что, блеск? Это блески. Нет, это блеск. Это падающая звезда. Нет, это сюрприз. Как вам понравился? Я была удивлена видеть тех животных, которые я не видела. А я увидела свою мечту. Я увидела землю. Я увидела дэш. Плюсную рыбу, как блин. Это чудо. Да, чудо, огромное чудо. Ну что ж, на этом сегодня все. Всем пока, подписывайтесь на мой канал. На моем канале скоро 50 подписчиков. Я разыгрываю куколку. Пока!